Главным тренером футбольного клуба «Орел» назначен Анатолий Шелест. Он уже был представлен команде и успел провести первую тренировку. Ну, представили коллективу. Это сделал заместитель начальника управления спорта Александр Савоськин. Но будем надеяться, что что-то изменится с приходом Анатолия Борисовича Шелеста. Напомним, Анатолий Шелест уже был у руля орловской команды с 2003 по 2006 год. Эти годы стали значимыми для орловского футбола. Благодаря Шелесту орлы вышли в первый дивизион.